Ничего такого экстраординарного. На арбитров не кричит. Смены не задерживает. А он любит подобное творить. И сейчас мы вспоминаем о том, что арена ВТБ – это арена, где любит тушить свет. Нет, обойдемся без вина. Свечи можно поставить. Вина, шампанского не нужно. И свершилось ликование. Свет. Да будет свет. Библию читали? Но вот сейчас нечто библейское происходит на арене легенд.